Сегодня в ролике ультратонкий ноутбук Asus U38N на очень интересной и необычной начинке. В этой модели стоит самый производительный APU AMD Trinity, созданный специально для ультратонких ноутбуков. Аббревиатура APU означает, что на одном кристалле расположен четырехъядерный центральный процессор и дискретный графический ускоритель. Процессор работает на высокой тактовой частоте 2 ГГц. Мощная видеокарта Radeon HD 7620 имеет 384 универсальных процессора и поддерживает DirectX 11. В том же тонком и стильном корпусе установлены 6 ГБ оперативной памяти и твердотельный жесткий диск на 128 ГБ. Добавьте сюда же сенсорный экран диагональю 13,3 дюйма с разрешением Full HD на яркой IPS матрице. Получается очень удачная и производительная конфигурация. Если цена обычных ультрабуков неизбежно держится в районе 50 тысяч рублей, то данная модель будет стоить всего 34 тысячи. Чтобы убедиться в мощности графической подсистемы ноутбука, мы запустили современную 3D-игру BioShock Infinite, вышедшую в марте 2013 года. В этой игре есть показательная сцена, когда главный герой впервые попадает в небесный город, и взору зрителя предстает открытая местность с множеством деталей и спецэффектов. Благодаря дискретной видеокарте и производительному четырехъядерному процессору, ноутбук вполне справляется с современной сложной графикой. Помимо игр, ноутбук, конечно же, прекрасно подойдет и для просмотра Full HD фильмов. Встроенная видеокарта аппаратно ускоряет декодирование всех популярных форматов, включая DivX и H264. Широкие углы обзора и насыщенные цвета экрана – это то, чего зачастую не хватало предыдущим поколениям ультратонких ноутбуков. Не забывайте про высокое разрешение 1920 на 1080 точек, идеально подходящее для Full HD фильмов. Ноутбук позволяет пользователю выбирать готовый сценарий использования из списка: авиапутешествия, игры, интернет, фильмы, максимальная экономия заряда батареи. Можно также создать и свою собственную предустановку. Литий-полимерного аккумулятора хватит на 7 часов активной работы. В разделе «Видео» можно отрегулировать картинку при просмотре фильмов. Также есть интересная функция аппаратной стабилизации, например, для любительской видеосъемки с телефона. В настройках 3D-приложений можно отрегулировать баланс между скоростью и качеством графики. Сенсорный экран заслуживает отдельного рассказа, ведь благодаря этому в полной мере используются возможности Windows 8. Напомним, помимо привычного всем рабочего стола, Windows 8 предлагает инновационный плиточный графический интерфейс, оптимизированный для сенсорного управления. В этом режиме приложения отображаются в виде цветастых живых плиток, которые гораздо информативнее иконок запуска. Во многих случаях с ноутбуком можно работать, не вытаскивая мышь и не мучаясь, управляя мышиным курсором с тачпада. Просто выбираем нужное приложение нажатием на экран. Скоротать время позволят разнообразные игры, хорошо знакомые всем обладателям планшетов. Например, игра-головоломка Cut the Rope – перережь веревку. Впечатления от сенсорного экрана ноутбука отличные. Ощущения такие же, как от сенсорных экранов лучших планшетов. Ультратонкий ноутбук Asus U38N благодаря платформе AMD Trinity имеет богатые возможности и доступную цену – 34 тысячи рублей. Новинка поступит в продажу в мае 2013 года.